Я, Артем Оганесян, участвую в турнире «Gas Fight», который пройдет 21 мая в баскетбольном центре «Химки». Моего первого тренера зовут Коробченко Виктор Истафьевич, царство ему небесное. Этот человек заложил меня в этот фундамент весь, воспитал меня как спортсмена. Благодарен ему за все, что он для меня сделал. Родители меня полностью поддерживают. Отец с детства, как я начал заниматься, делал все необходимое для того, чтобы я добивался своих целей. Мама тоже своевременно помогает мне и в питании, и в подготовке. С тех пор, как я пришел в зал бокса, мне было 10 лет, я хотел стать чемпионом мира. Я стал чемпионом мира по любителям как раз 16 лет, и после я сел в самолет и понял, что это еще не предел, и мне хочется побеждать и идти дальше, ставить себе новые цели. И вот у меня цель — стать чемпионом мира среди профессионалов, к которой я иду. Главные эмоции на ринге – это, наконец, возможность проявить себя, выплеснуть то, ради чего я столько работал, и показать себя на 100%, показать, что я боксер мирового класса. Участие в турнире «Gas Fight» дает возможность абсолютно любому участнику этого турнира стать более популярным, так как вызывает большой ажиотаж из-за того, что это устраивает Бастер. Я смотрел бои своего соперника, опытный, боксировал на хорошем уровне с хорошими оппонентами топовыми. Но в этом бою буду я диктовать.